накрыли. Самый полный. Все. Больше не дает. Ложись, сейчас стрелять будут. А может, уйдем? Огонь! Бак пробили! Глуши! Сорвемся к чертовой матери. Все за борт. Ты что, с ума сошел? Не разговаривай. Берись. Ты хоть место-то запомнишь? Запомню. Ты что еще задумал? Это бабушке можете рассказать. Честное слово, я заблудился, товарищ. Гражданин. А, уже гражданин. Понятно. И довольно валять дурака. Куда делся второй? Я был один. Вам это показалось. Обыщите. Есть. Руки. Я эту филюгу давно заприметил. Сколько раз ходили на ней за кордон? Никогда не ходил. Это служебная лодка и записана за маяком. Михаил Ставраки. Ставраки, Ставраки. Мне что-то личность ваша знакома. И фамилию эту я где-то слыхал. Наполовина батумских греков, Ставраки. А счет личности затрудняюсь сказать. Может быть, виделись где-нибудь? Город маленький. Нет, это было не здесь. Я вас видел где-то раньше. Вы что-то путаете. Мы с вами видимся... Первый раз. Нет, у меня память хорошая. Вы не были в 905 году в Севастополе? Вы, кажется, служили на флоте? На флоте, да. В Севастополе нет. Я служил в Ревеле на канонерской лодке «Алмаз». Такой канонерки не было на Балтийском флоте. Да как же не было? Я могу это доказать? Значит, в 5 году вы служили... На Балтийском флоте. А почему вас интересует этот вопрос? Я обвиняюсь в перевозе контрабанды, но это еще нужно доказать. О контрабанде потом. Прежде 905 год. Тут от своих дел голова кругом идет. Не знаешь, где взять еще одни руки. Я понимаю, тебе не дают покоя лавры Шерлока Холмса. Дай прикурить. Ты где был в 905 году? Я сидел в Александровском централе. Ты слышал такую фамилию Шмидт? Нет, не слышал. Жаль. Слушай, а ты сидел в одиночке? Ах, ты не сидел в одиночке. Прости, пожалуйста, мне тоже очень жаль. Тогда ты не задавал дурацких вопросов. В Севастополе в 905 году восстал крейсер Очаков. Возглавил восстание Петр Шмидт, отставной лейтенант царского флота. Это был первый морской офицер, который перешел на сторону матросов. Восстание потопили в крови. Многих судили. Шмидта приговорили к расстрелу. Теперь ты понял? Откуда ты помнишь? Оттуда помню, что был я гальванером на Ростиславе в этом самом 5 году. Ну и что ты хочешь этим сказать? А то, что ты знаешь. Были слухи. Якобы этот самый Ставраки его расстрелял. Кого его? Петра Петровича Шмидта. Слушай, дорогой мой, слухи или наверняка? Пока еще не знаю. Так с каких это пор слухи стали служить доказательством? Не понимаю. Я тебя выслушал, Ваня. Теперь послушай, что скажу тебе я. Сандра. Сандра! Сандра!
Из карабина бил. Мерзавец. Собачья должность. И сегодня, завтра все равно убьют. Третий раз окно разбивают. Слушай, что это у тебя? Что? А, стеклом поцарапал. Спрячь ты свой наган. За рубеж ходят пешком. У каждого третьего своя лодка. Контрабанда течет рекой. На базаре оружие, как мандарин, иди покупай оптом штучно. Я тебя умоляю. По городу слоняются какие-то лица. Что за личности? Черт их душу знает. Завтра могут взорвать советскую власть. Я не ручаюсь. А ты, слушай, придумываешь какой-то ставраки, который якобы в 5-м году расстрелял некого Шмидта. Я об этом Шмидте плакал, как об отце. Не надо эмоций, не надо. У тебя доказательства есть? Будут. Нет. Да или нет? Ну, хочешь, я его при тебе допрошу. Я тебя умоляю. Уже 3 часа ночи. Утром покажешь мне протокол. Малярия, холера ее возьми, кажется, опять начинается. Ина. Ина, первейшее дело. А что, жрут, что нет, один черт. Такая свирепая сволочь, что ничто ее не берет. Вот жизнь, а? Кому свадьба, а кому 10 шагов до стенки. Возможно. Только без фокусов. Пристрелю. Ты меня понял? В комнате кто-нибудь есть? Кто в ней может быть? Я один. Зря трудитесь, лампа на столе. Хозяйка дрянь отрезала свет. Дыбченко. Я. Привести понятых. Есть привести понятых. Да ничего такого у меня нет. Зря только стараетесь. Наше время казенное. Дыбченко, протокол? Есть протокол. Говорит только по-русски. По-русски плохо понимаем. Тогда лучше молчать. Товарищ начальник, из поти шифровка пришла. Просит проверить буксирион, который будет сегодня в Батуми. Ну, просит, значит, проверим. Спасибо, дорогой, можешь идти на пост. Ты случайно не знаешь, где Ковшов? Ушел ночью на обыск. Когда придет, скажи, чтоб зашел. Хорошо. А что вы рассчитываете здесь найти? Контрабанду? Подпольный гектограф? Пушку в разобранном виде? Скажите мне, что? Должна же быть какая-то логика. Начальник, мой свинья нужно кормить. Кричать будет голодный. Не сдохнет. Зачем вы храните офицерский мундир? А я горжусь, что когда-то служил на флоте. Чтобы это понять, нужно быть моряком. Я был моряком. Постой, постой. Ну-ка. Боже мой. Что?
Боже мой. Ничего. Через час все кончится. Отсюда до Березани меньше, чем час. Когда дойдет до вас это письмо, меня уже не будет. Но я хочу, чтобы вы услышали в тысячный раз. Я вас люблю. Слышите? Люблю. Я думаю только о вас одной. Я буду думать до самой последней секунды, пока залп не оборвет мысль. Я представляю ваши руки, которые держат этот листок, и уже от одного сознания душа моя переполняется горьким, щемящим счастьем. Сейчас все случайно и мелко отошло, остались только вы и я, и то, что произошло между нами. Возможно, вы никогда не были той, которая живет во мне. Возможно, я все просто себе придумал. Теперь уже не важно, так это или не так. Я счастлив, что вы вошли в мою жизнь и наполнили ее великим смыслом. Я люблю вас. Вдумайтесь в это слово «люблю». Даже если я был вам почти безразличен, это не может ничего изменить. Простите мне весь этот сумбур, я тороплюсь, времени действительно очень немного. И то, чем не успеешь сказать, уже не будет досказано после. Вот показалась моя Березань. Умоляю вас, не тревожьтесь. Я не страшусь того, чему должно быть, и принимаю как неизбежность. Каждый несет свой собственный крест. Прощайте. Время мое истекло. Отныне счет пошел на минуты. Запомните, я вас люблю. Я целую ваши глаза, губы, руки. Прощайте. Живите, храни вас Господь. Я должен идти. Петя. Дыбченко, понятых за дверь. Мы поговорим с глазу на глаз. Есть. Понятых за дверь. Ну-ка, граждане, прошу. Шмидт. Какой Шмидт? Сам знаешь, какой. Я тебя сразу вспомнил. Теперь послушай, что я скажу. Этого хватит на 10 таких, как ты. Ты меня понял? Я ясно говорю, нет? Вы не докажете. Не волнуйся, докажем. Я расстреливал меньших сволочей, можешь мне поверить, сплю спокойно. Сейчас я хочу спросить о другом. Кому адресовано это письмо? Не знаю. Я не читал. Не валяй дурака. Ты слышал про комиссара Ковшова? Так вот я и есть тот самый Ковшов. Кто эта женщина, которую он любил? Адрес? Не знаю. Никаких адресов я не знаю. Знаешь? Он это писал перед смертью и просил тебя передать. А ты, сволочь! Будь моя воля, я бы тебя сейчас расстрелял. Но об этом позаботится трибунал. Так и так твоя песенка спета. Но если в тебе осталось хоть что-нибудь человеческое, если ты хоть на каплю еще человек, ты обязан сказать. Обязан. Потому что тут такая любовь, перед которой нужно шапки снимать. Ты согласен со мной или нет?
таких случаях разбирается трибунал. Ты знаешь, как лично я к тебе отношусь, но это не меняет положение дела. Черт с вами. Трибунал, так трибунал. Бери. Что за народ? У меня тоже нервы. Ты поражаешь меня, Ковшов. Все эти твои доказательства, Иван, из области чистых предположений. Это может быть Шмидт, а может быть и не Шмидт, а какой-то другой посторонний Петя. Значит, необходимо доказать, что мы имеем дело действительно со Шмидтом. Это раз. А теперь два. Что из себя представлял Ставрогин? Как у него оказалось это письмо? И имел ли он вообще отношение к расстрелу? Это все еще необходимо доказать. Как глупо я вел допрос. Теперь ничего не поправишь. Протокол Вани — это протокол, а покойник — это покойник. Вот. Храни это письмо. Оставляй вопрос открытым. Отстраняю тебя от текущих дел, чтоб ты имел свободные руки. Нужна командировка — бери, поезжай. Привезешь доказательства — положишь на стол. Здравствуйте. Здравствуйте. Не скажете, в этом доме жил Шмидт? По лестнице на второй этаж. Спасибо. А кто там сейчас живет? Какие-то посторонние, учителя. Кажется, из Бахчисарая. Не знаете, а его родственников здесь, в Севастополе, нет? Нет, осталась сестра, но она в Петрограде. А Зинаида Ивановна, если не ошибаюсь, в Москве. Какая Зинаида Ивановна? Не знаю, она приезжала прошлой весной. У мамы есть адрес. Адрес? Она останавливалась у вас? Нет, просто мама была знакома со Шмидтом. Простите, пожалуйста, а вам для чего? Я вам сейчас объясню. Я из ЧК. Ковшов моя фамилия. Пожалуйста. О Петре Петровиче я могу говорить без конца. Я была влюблена в него. Не при дочери будет сказано. Так немножко он даже не замечал, что... Верочка, подавай чай. Сахару нет. Простите, вы пьете чай с сахарином? Да с чем придется. Вы знаете, у меня сохранилась открытка от него. Дорогая МП, меня зовут Марья Павловна. Дайте мне через Федора 5 рублей. Нет ни копейки на пропитание. Ну, я, конечно, дала 50. Он обрадовался очень и заплатил за месяц за обеда для себя и для сына. Пожалуйста. Тогда, слава богу, все было не так. Никто не слышал про эти миллионы. Я на базаре тратила 2 рубля. А сейчас за 200 миллионов ничего не купишь. Мама. Что? Вам не нравится, что я так говорю? Нет, а чего же? Что правда, то правда. Я и не такое слыхал. Скажите, когда вы видели в последний раз Шмидта? 14 ноября. Было около 3 часов, когда за ним зашли матросы. Я как раз на секунду забежала к нему, потому что он собирался ехать в Одессу, а оттуда в Киев, чтобы встретиться с ней. С кем? Зинаидой Ризберг. Я как раз была у него. Здравствуйте. Добрый день. Здравия желаю, ваша скроть. Здравствуйте. Здравствуйте.
Петр Петрович, мы за вами. За мной? Если митинг исключено, мне строжайше запрещено появлять в митингах. И к тому же я вышел в отставку и должен уезжать. То який ти мітинг, Петро Петрович? Ми просимо, щоб ви прийняли крейсер Очаков. Як прийняв? Законно, як командир. Діло в тому, що крейсер Очаков восстав. Ми, Петро Петрович, офіцерів розоружили. Ну і думаємо, що за нами підніметься весь флот. Ну це ж безумие! Извините, Марья Павловна. Вы представляете, что вы сделали? Крейсер же безбронный. Артиллерии никакой. Он даже не способен на самооборону. Не способен защитить себя, а не то, что грозить кому-то. Петр Петрович, вы же знаете, что происходит в Севастополе. Город бурлит. С восставшими солдатами местного гарнизона. Но к городу уже стянуты карательные войска. И казармы окружены пулеметами. Петро Петрович, якщо флот не піднімиться, почнеться бойня. Другими словами, принять удар на себя? А вы отдаете себе отчет, что это самоубийство? Но невозможно же молча ждать, Петр Петрович, пока откроют огонь по казармам, пока все потопят в крови. Это невозможно. Это действительно невозможно. Это было бы подлостью. Следует поднять над Очаковым красный флаг и бросить всей этой сволочи вызов, всей сволочи и главным образом Чухнину, который самый подлый убийца. Правильно, товарищ Шмидт. Но следует пойти дальше. Нужно им дать ясно понять, что флот присоединяется к всеобщей российской забастовке. И послать об этом телеграмму царю. Поставить государя в известность, что приказы его министров отныне для нас ничто. Что силе будет противопоставлена сила. И на каждую акцию последует ответный удар. Но все это может возыметь успех при условии, если мы будем поддержаны флотом. А если нет? Ну что ж. Мы выразим свой протест против готовящегося произвола хотя бы тем, что поднимем над крейсером красный флаг. Покажем, по крайней мере, себя людьми. Значит, согласны? Во всяком случае, я не оставлю вас. Вместе? Пойдем вместе. Навстречу нашей судьбе. До свидания, матрос. До свидания, Петр Петрович. Все доброе, Петр Петрович. Счастливо оставаться. Марья Павловна. Отправьте. Только непременно сейчас. Мне это в высшей степени важно. Телеграмма состояла из 10 слов. Выезжайте немедленно. Вы мне нужны. Рискуем никогда не встретиться более. И адрес. Киев, Синная, 3, Зинаида Ризберг. Я побежала на телеграф. Я ревновала его к ней, как последний дур.
Господи! Если бы я знала, что случится потом. Что случилось? Что случилось? Что случилось, умоляю, что случилось? Шмидта! Шмидта убивают! Господи, сохрани его, Господи. Господи, ты велик и всемогущий, но зачем тебе его жизнь? Господи, Господи, но зачем тебе его жизнь? Я очень прошу тебя, Господи, Господи. Вам кого? Рисберг. Таких здесь нет.
Вам уже сказали, гражданин? Откройте ЧК. Вот. Мне нужна Зинаида Ивановна Ризберг. Ах, Зинаида Ивановна. Так ведь она Чернышова, уважаемый товарищ. Да, по мужу она Чернышова. Нет их. Должно быть, ушли в магазин. Будете ждать? Непременно. Ага. Будьте любезны. Пожалуйста. И давно она здесь живет? Как вам сказать, позапрошлого года. Да, так смирные. Придут, уйдут, не пьют, не скандалят. Аккуратно платят за свет. Да. Танечка, Господи. Я пойду покурю. Ну что, пожалуйста, что вы курите здесь? Из бывших, да? Из нынешних. Спекулянтка. А, Зинаида Ивановна. Вот к вам товарищ из ЧК. Ко мне? Ваша фамилия Ризберг? Да. А что? У меня к вам дело, если можно, не в коридоре. Да-да, конечно. Пройдемте ко мне. У меня ноги мокрые, я у вас наслежу. Пустяки, не страшно. Пожалуйста. Ну, что я вам говорила? Я вас слушаю. Как бы вам это объяснить. Только вы не пугайтесь. Да, мне нечего бояться, ЧК. Пожалуйста. Вам что-нибудь говорит такая фамилия? Шмидт. А зачем вы спрашиваете меня о нем? Это было в какой-то другой жизни. С тех пор прошло 1000 лет. Я понимаю, есть вещи, которые тяжело вспоминать. Но я вас очень прошу вспомнить. Что было 14 ноября 1905 года, когда вы получили телеграмму, где он писал вам: «Выезжайте немедленно, вы мне нужны». Это довольно странный вопрос. Пожалуйста, если вы не хотите, можете не отвечать. Тогда ничего не было. Я просто никуда не поехала. Как? А почему это вас так удивляет? Ведь это же не выдуманный роман, а жизнь. Со всеми ее мелочами, со всеми условностями. Не понимаю, с чего это вдруг вас так интересует мое отношение к Шмидту? Может быть, потому что он царский офицер? При чем тут это? Вы решили, если я ищу казачьи... Ну, а что вам от меня нужно? Ничего. Теперь уже ничего, извините. Одну минуту. Объясните, пожалуйста, что обозначает ваш визит и эти вопросы. Мне кажется, я имею право узнать. А я вас представлял себе другой. Вы думали о царевной сказке? Нет. Нет, я так не думал. Просто вы не любили его. А он вас любил. Понятно и просто. Зачем вы так говорите? Откуда вы можете знать, что произошло между нами? Вы пришли, чтобы меня оскорбить? Я проехал 12 суток. В общем, это не важно. А что важно? Не знаю. Но лучше мне было сюда не приезжать. Вы видели во мне декабристку? А я просто женщина. Грешная и земная. Не каждой дано стать Жанной Д'Арк. Да. Это верно.
Нет. Я вас не отпущу. Нам нужно поговорить. Не возражаете, если мы погуляем? Скоро вернется мой муж. Ну что вы так смотрите? Муж. Ему это может быть неприятно. Ведь я не монахиня. Мне и сейчас 40, а тогда было 23. Полуженщина, полудевчонка. Я не обязана была понимать. А все произошло сразу. Встреча, переписка, революция, казнь. Все смешалось. И среди этого я одна. Господи, если бы я тогда знала. Но ведь нам ничего не дано знать. Настает завтра, и все ушедшее, как далекий сон, не вернешь. Не поправишь. Ведь мы были вместе 40 минут. Случайно. Внешь? Не поправишь? Ведь мы были вместе 40 минут. Случайно. Ночью. В вагоне. Это место свободно? Разрешите мне сесть? Пожалуйста. Извольте свечечку. Благодарю вас. Это вы? Простите, но я вас не знаю. И, разумеется, не желаете знать. Вы почти угадали. Я видел вас нынче на ипподроме, в полдень, всего 10 минут. Вы сидели одна, потом к вам подошла какая-то дама и господин средних лет. Внезапно вы обернулись... И меня поразило ваше лицо. Воля ваша, можете мне не отвечать. Кто я? Незнакомый человек, искатель приключений, вагонный шулер? Нет, правда, меня действительно поразило ваше лицо. Встречаются на Руси подобные лица, на которые одиночество налагает печать, и такую отчужденность, безысходную грусть и тоску, от которых разрывается сердце. Если вы мне скажете, чтобы я замолчала, я не принесу больше ни слова. Нет, я этого не скажу. Почему? Потому что вас забавно слушать. Ах, забавно. Ну что ж, это лучше, чем ничего. Говорите, осталось 30 минут, я выхожу в дальницу. А хотите, я остановлю поезд? Я готов на любой из самых диких безумств. По-моему, безумство совершаю я, позволяя себе разговаривать с вами. Ну почему? Умоляю вас, почему? Мы скованы условностями, как кандалами. Ну кто это выдумал, что должно стало быть хорошо, а что не должно стало быть плохо? В истории нет столь самонадеянных мудрецов. А Евангелие? А вы укажите мне то место в Евангелии, где сказано, что в вагоне нужно молчать. Вот через 30 минут вы исчезнете навсегда, и я никогда не узнаю, чем жили вы, что мучает вас. О чем вы думаете, просыпаясь ночами? Ну, это уж слишком. А зачем вам знать? А в самом деле, зачем? У каждого своя жизнь. У вас своя, у меня своя. Встретились, разошлись, и Господь с вами. Каждому хватит его забот. Мне странно слышать это от вас. Ведь мы точно совсем не знаем друг друга, и нет оснований для подобных бесед. Вот-вот, те же условности. А вы попробуйте говорить, что думаете, не подбирая слов. Поступать как хочется, как велит сердце. Представляю себе скандал. Вы же первый сочтете меня сумасшедшей. Не сочту. Обещаю вам, не сочту. Слово морского офицера. Невелика честь быть морским офицером. Они показали себя на войне. Ну, если бы дело стало за доблестью, доблести нам не занимать. Но войну решает не только доблесть. Ну, а если не доблесть, тогда скажите мне что? Я боюсь вам наскучить. Экономика, социальный строй. То, что Суворов называл духом войска. Давайте говорить о другом. Вы в Дарнице живете с родными? Нет, я одна. То есть как одна? А почему это вас удивляет?
Простите за дикость моей просьбы, но разрешите мне писать. Вы слишком оригинальны. Поверьте, что ни единым словом, ни одним намеком я не оскорблю ваших чувств. Дарница, станционная 25, Зинаида Ивановна Ризберг. А ваша фамилия? Шмидт. Петр Петрович Шмидт. Надеюсь, вы ответите мне. Если письма будут стоить того. Я успею вас проводить? Нет, нет, что вы. Слышите, второй звонок. Если вам будет одиноко, тоскливо, тяжело, ради бога, дайте мне знать. Я рванусь к вам на помощь. Хорошо, хорошо. Месяцев переписки. Каждый день по письму. Какой-то почтовый роман, который мы придумали сами, и который разлетелся к чертям. Очевидно, выдумать жизнь нельзя. Можно выдумать фасон платья. А жизнь — это жизнь. И жить надо каждым днем, не надеясь на волшебное завтра. Потому что приходит конец, и всегда приходит внезапно. Я не надоела своей болтовней? Нет, что вы, я боюсь, что вы замерзли, у вас губы как химический карандаш. Правда? А который час? У меня нет часов. Вы боитесь неприятностей с мужем? Просто страшно остаться одной. Как-никак идет старость. Отвратительная баба с клюкой. Хотите почитать его письма? Все-таки это прекрасно, что мы говорим о нем. Ну, мне нужно бежать. Ведь мы с вами встретимся завтра. Нет, нет, не нужно меня провожать. Веселенькие дела. Ну, что там? Товарищ! Товарищ! Ты, случайно, не Ковшов? Ковшов? Я тебя сразу признал. Дербишев. Из Курского губчака. Вспомнил? Вспомнил. Дохлое дело. Можешь прождать хоть год, хоть сто, и никакого толку. Живут здесь примусами, с детьми. Жилищный кризис. Пойду ночевать на вокзал. А что на вокзале-то? На вокзале и спать не выспишься, только в шеи наберешься. Ну, а ты что предлагаешь? Переспать на Лубянке. Где? Ну, одним словом, ЧК. Что там, заезжий двор, что ли? Заезжие, не заезжие, нам место найдут. Какой-нибудь из свободных камер. Не спать же нам на скамейке.
Пошли. Когда вы ушли из вагона, я не спал всю ночь. Дышал ночной влагой, и мне было весело думать. Мы оба почти одновременно закрыли свои старые книги жизни и стоим перед новыми томами, робкие и нерешительные. Вот. Вот две спички. Кто вытянет короткую, лезет наверх. Нет. Мне нужен стол, я буду читать. А чего? Сугубо секретное дело. Ну, какие мы важные. Подумаешь, сугубо секретное. Краткая статистика иссекшей нашей переписки привела меня к самому грустному выводу. На 5 моих писем вы отвечаете одним. Если вам так скучно писать мне, то снизойдите хотя до кратких царских резолюций. Кладите на каждом свой отзыв, как это делает наш самодержец. Например, прочла с удовольствием или нахожу дерзким и бестактным. Тогда, по крайней мере, я буду знать, что не пишу в пространство. Сегодня я пребываю в таком жалком одиночестве. Вот складно. Складно, говорю, стиль чешет. Почти что роман. Баба. Отстань. Мне нужно вам ответить на ваш центральный вопрос. Для чего мы переписываемся? Я переписываюсь с вами, потому что это отвечает моему желанию стать к вам ближе. Конечно, тут вы опять можете поставить канцелярский сухой вопрос. Для чего стать ближе? А эти люди за что арестованы? Это как вам сказать, Феликс Эдмундович? Словом, не арестованы они. А кто? Да наши они, командировочные. Переночевать попросились. А вы что, не могли им найти более подходящего места? Напишите объяснение, и завтра явитесь ко мне. Откуда? Из Курского губчика. Ербишев моя фамилия. Да вы наденьте сапоги, простудитесь. Сейчас, Феликс Эдмундович, сейчас. А вы? Я из Батума. Ковшов. Из Батума? А по каким, простите, делам? В двух словах, Феликс Эдмундович, не рассказать. Очень сложный вопрос. Да я верю, что сложный. По пустякам в Москву не командируют. Да. Значит так. Сейчас мы пройдем ко мне в кабинет. Там у меня есть диван и койка. Ну, как-нибудь переночуете до утра. А уж утром попытаюсь вас устроить в гостиницу. Тут кровать, там диван. Ну, а кто где, уж, думаю, решите сами. Бери койку, мне все равно не спать. У меня по горло работы. Что это у вас? Сугубо секретное дело, Феликс Эдмундович. Разрешите? Пожалуйста. Мне иногда думается, что оба мы ненормальны. Право, по крайней мере, должны казаться такими тем, кто узнал бы нашу переписку. Теперь 6 утра, я уже встал. Вчера, как водится на сон грядущий, перечитал ваши письма. Всюду у письменного стола пьянящий запах ваших духов. Всюду. Неотступно со мной. Давайте ваши руки, я их поцелую. Что это значит, товарищ Ковшов? Видите ли, Феликс Эдмундович, это письма Петра Петровича Шмидта к Зинаиде Ивановне Ризберг. Шмидта?
А какое отношение вы к этому имеете? Вот ради этого я и приехал в Москву. Как, то есть, ради этого? Он эту самую Ризберг любил. Его вся Россия любила, а она нет. Вот ведь какая история, Феликс Эдмундович. И вы решили их рассудить. Так я понял. А кто вам дал на это право? Революция? А? Да? Да-да, сейчас. Скажите, у вас там в Батуми нет более важных дел? В смысле контрреволюции все спокойно. По моим данным, далеко не так. К сожалению, я сейчас должен идти. Но я думаю, мы еще вернемся к этому вопросу. Да ничего себе порядочки у вас в Горчика. Получил. Наконец-то получил от вас, дорогая Зинаида Ивановна, хорошее, радостное для меня письмо. Здравствуйте, друг мой. Возьмите меня так же просто, как я шел к вам. И хоть с крупинкой той веры, которую я чувствую к вам. Возьмите же меня как шаткую опору. Ковшо, а что он? Сродственник тебе, этот Шмидт? Да нет. И охота же была тебе из-за какого-то там получать неприятности. Ну, будь человеком. Спи. Наша мимолетная вагонная встреча, наше медленное сближение в переписке, все это часто наводит меня на мысли о том, пройдем ли мы бесследно для жизни друг друга. И если не бесследно, что мы принесем друг другу? Радость или горе? Да послушай. А что я скажу? А то и скажи, что есть. А может, как раз тебя вызывает. Феликс Эдмондович. Он ушел. Не можете ли сказать, куда? Вы из аппарата товарища Дзержинского? Нет, я случайно. Мы с товарищем ночуем здесь, потому что в гостинице невозможно мест достать. Будьте добры передать Феликсу Эдмондовичу, чтобы он срочно позвонил Владимиру Ильичу. Какому Владимиру Ильичу? С вами говорит Ленин. Ленин? Извините, Владимир Ильич, не узнал. Ой! А, Феликс Эдмундович, а я вам только что звонил. Знакомьтесь, Федор Васильевич Карпов. Он из Поволжья. Там сущий кошмар. Люди попросту мрут с голода. Пожалуйста, расскажите ему. Что рассказывать, я и сам знаю. Поверьте, товарищ, мы делаем все. Хлеб есть, хлеб будет. Его только нужно вывести из Сибири. Вы просили внести в повестку завтрашнего совнаркома внеочередной вопрос о чрезвычайных мерах в связи с хищениями на транспорте. Так? Это не терпит отлагательств, Владимир Ильич. И вы просите санкции для применения в отношении виновных лиц, высшие меры наказания, то есть расстрела. Речь идет о хищениях и подлецах. А не слишком ли круто мы берем? Расстрел дело не шуточное. Нет, Владимир Ильич, если сейчас не пресечь, нам нечего будет везти в Поволжье. Хлеб уже тянут пудами, десятками пудов. Из вагонов, погаузов, складов. Плевать им на миллионы страдающих детей, на крестьян голодной губернии. Конечно, расстреливать жестоко. А как прикажете поступить? Завтра мы всесторонне обсудим этот вопрос. Все-таки это самая крайняя мера. Материалы переданы в секретариат? Да, вместе с проектным постановлением. Договорились. Завтра же решим. А что там за посторонние ночуют у вас? С каких это пор стали сдавать койки? Да это случайно, Владимир Ильич. Чекист? Чекист.
Сейчас застал его на Лубянке, прибывшим за 3-9 земель из Батума. Представьте себе чекиста, который штудирует старые письма Шмидта. Очаковцы? А что за письма? Да какая-то запутанная история, связанная с женщиной, которую якобы Шмидт любил. Вот как? Это имеет какое-либо отношение к трагедии, которая разыгралась потом? По-моему, это сугубо личный вопрос и к революции никакого отношения не имеет. Лучше бы этот человек боролся с контрабандой в Батуми. Но ничего, я ему завтра всыплю по первое число. Феликс Эдмонович, здесь что-то не так. А вы не поинтересовались, что он пытается выяснить? Разбирается в сложностях их любви. Чтобы задним числом оправдать или осудить ту женщину, которая, по его мнению, не отвечала взаимностью на любовь. Угу. А кто же ему дал это право судить? Вот представьте, я задал тот же вопрос. И он мне сказал, революция. Что? Так и сказал? Молодец! Феликс Эдмундович, это прекрасно! Вы серьезно, Владимир Ильич? Друг мой, а мы начинаем черстветь. Так вы говорите, чекист? Какой же он из себя? Молодой? Да нет, не очень. Видимо, бывший матрос. А почему это вас заинтересовало? Человек, поехавший ради чужой любви. Вдумайтесь, Феликс Эдмундович. Вы представляете, как он добирался сюда? Голодал, спал на вокзалах. Вы спросили сегодня, он что-нибудь ел? Думаю, ел. Вряд ли. Вы знаете, мне трудно вам толком объяснить, но что-то в нем меня греет. Я очень верю в таких людей. В них бьется живое сердце. Между прочим, таким же был, видимо, Шмидт. Простите, я представлял себе Шмидта иным. Каким? Целеустремленным. Именно и прежде всего. Разве целеустремленность исключает любовь? В определенных условиях исключает. Ну, хотя бы в тех, в каких оказался Шмидт, не дрогнувший перед смертью. Такие личности чужды любви. Такие служат идеей, которая составляет их жизнь. Надеюсь, Феликс Эдмундович меня простит, если я раскрою одну тайну. Теперь дело прошлое, и можно эту тайну раскрыть. Вы знаете, чем был для нас 18-й год? В июле Левосеровское восстание, в августе убийство Урицкого, заговор Локарта в сентябре. Вы упустили выстрел Каплан? И выстрел Каплан. И вот в этом самом веселом году, когда каждый удар взбесившейся контрреволюции ставил чуть ли не под сомнение саму советскую власть, приходит ко мне товарищ Н. и просит, что бы вы думали, предоставить ему отпуск. Весьма подходящее время для отпусков. Должен заметить, что этот товарищ Н. занимал очень ответственный пост. И от его личных качеств, от его мужества и решимости зависело многое, в чем мы уже убеждались не раз. Итак, он просил 20 дней, дабы пробраться в Швейцарию, сбрив бороду и усы и таким образом изменив внешность, с единственной целью – увидеть свою жену, просто побыть с нею. Я сказал, это исключено. Путь лежал через всю Германию, человек этого знали в лицо. Его имя вселяло ужас в сердца врагов революции как в России, так и за рубежом. Они дорого дали бы, чтобы убить его, а он сам лез им в лапы. Все это я ему объяснил, но он был непреклонен. Вы знаете, чем он меня сразил? Одной единственной фразой. Он сказал, эту женщину я люблю, поймите, я должен ее увидеть. И представьте, я понял его. Ибо нет более убедительных аргументов, нежели тот, который он мне привел. Что может быть величественнее, чем любовь? Чего бы все мы без этого стоили? Ортодоксальные сухари нет. Мы живые люди, и революция немыслима без любви. Сколько великих дел были согреты любовью. Каких прекрасных людей привела к нам любовь. И чем же это все кончилось? Этот товарищ погиб? Нет,
Он прошел границы нескольких государств туда и обратно. Разумеется, он более чем рисковал, не то слово. Но перед ним была великая цель. Впрочем, сами спросите его. Это Дзержинский, который сейчас так странно рассуждал о любви. Революция и любовь всегда рядом.